А задний как бы ты, ну, газу даешь. Смотри. На скорости подошел, приземлился и на скорости ушел. То есть приехал, бам, вниз и, ну, и открыл. Ну да. А? Новая брита по правам, которая там упала. Да там что такое же оно? Называется, учат, как Билли Пол делает. Ну,
как типа немножко сжать подвеску и дать правильно газ со сцепой. Ничего не нужно. Ну вроде, я не знаю. А нет, ты посмотри. Да. А? Ты пролетаешь вон он просто. Нет. Ты посмотри. Смотри. Со сцеплением было? Ну понятно, у меня сразу не получится. Да. Вот я говорю, как бы это сам, ну сначала вот звук просто бу. Ну то есть вот он просто и у тебя до упора. До упора, газ? Да ну нахуй. Да, до упора. Ну подожди. А чё, улетел далеко? Не так далеко, но да. То есть это как выстрел такой, бам, и сцепа следом пошла. То есть сначала газ... Прям бросил, блядь. Резко, да. И, но сцепу при этом вовремя импульс дать, потому что если ты растянешь... Ну ясен хуй ты, блядь. Ты всё. Ловить на той стороне, да. А я так обычно мотоцикл за бревно закидываю. Не, я второй раз, у меня не получится.
Вот слышишь звук, а? Я не знаю, как у меня получилось первый раз. А? Я просто переехал. Короче, мне надо, знаешь что, потренироваться вот на этом бревне, морду заносить, а потом второй... второй раз, бля, по это. Да, это вот то же самое, просто уже больше. Да, только чтобы у меня морда даже выше пошла. Да, и стараться, то есть, грубо говоря, задним колесом проехать прям по ней. Спускаешься и как по этому, по... Да-да, так это так и задумано. Да, full ride такой. Да. Воу. Да, вот это я хочу попробовать. И...